дома и стены помогают. Со счетом 7-0 пинчане разгромили дубль брестского «Динамо». Это был третий межсезонный спарринг. Волна уже одолела команду с Дюшор номер 3. Итоговый счет 9-0. Встреча с Минской Ислычью оказалась менее удачной. У столичных футболистов 4 гола. В матче «Волна» «Динамо» в составе белосиних из-за травмы на поле не вышел капитан Сергей Володько. Во время встречи в команде на просмотре были 6 футболистов. В первом тайме прорвать оборону брестчан удалось уже на 14-й минуте. Доценко подал с левого фланга, а Павловец без проблем замкнул навес головой. Спустя пару минут гол после прострела Невдоха забил Бальбух. Сразу после перерыва на 54-й минуте отличился Ровбут. Счет 3-0 в пользу пинчан. Вторая половина тайма для белосиних оказалась еще более результативной. На 76-й минуте болельщиков порадовал Павловец. Ворота брестского «Динамо» забил 2 гола близнеца. На последних минутах Байко и Шакуров подвели счет игры к финальной черте 7-0. Понятно, что мы продолжили просматривать потенциальных новичков. Ну, результатом игры, естественно, я доволен, но, скажем так, не качеством, только фрагментами удавалось на поле исполнить то, что мы задумывали, над чем работаем. Следующая встреча состоится 21 февраля в Академии футбола. Соперники «Волны» – команда «Славия».